Послание Иакова, глава 5. «Послушайте вы, богатые, плачьте и рыдайте о бедствиях ваших, находящих на вас. Богатство ваше сгнило, и одежды ваши изъедены молью, золото ваше и серебро изоржавело, и ржавчина их будет свидетельством против вас и съест плоть вашу, как огонь». Вы собрали себе сокровища на последние дни. Вот плата, удержанная вами у работников, пожавших поля ваши, вопиет, и вопли жнецов дошли до слуха Господа Саваофа. Вы роскошествовали на земле и наслаждались, напитали сердца ваши как бы на день заклания. Вы осудили, убили праведника, он не противился вам. Итак, братья, будьте долготерпеливы до пришествия Господня. Вот земледелец ждет драгоценного плода от земли и для него терпит долго, пока получит дождь ранний и поздний. Долго терпите и вы. Укрепите сердца ваши, потому что пришествие Господне приближается. Не сетуйте, братья, друг на друга, чтобы не быть осужденными. Вот судья стоит у дверей. В пример злострадания и долготерпения возьмите, братья мои, пророков, которые говорили именем Господним. Вот мы ублажаем тех, которые терпели. Вы слышали о терпении Иова и видели конец оного от Господа, ибо Господь весьма милосерд и сострадателен. Прежде же всего, братья мои, не клянитесь ни небом, ни землею и никакою другой клятвою, но да будет у вас «да-да» и «нет-нет», дабы вам не подпасть осуждению. Зло страждет ли кто из вас? Пусть молится. Весел ли кто? Пусть поет псалмы. Болен ли кто из вас? Пусть призовет пресвитеров церкви, и пусть помолятся над ним, помазавший его елеем во имя Господне. И молитва веры исцелит болящего, и восставит его Господь, и если он сделал грехи, простятся ему. Признавайтесь друг пред другом в проступках, и молитесь друг за друга, чтобы исцелиться. Много может усиленная молитва праведного». Илия был человек, подобный нам, и молитвою помолился, чтобы не было дождя, и не было дождя на землю 3 года и 6 месяцев. И опять помолился, и небо дало дождь, и земля произрастила плод свой. Братья, если кто из вас уклонится от истины и обратит кто его, пусть тот знает, что обративший грешника от ложного пути его спасет душу от смерти и покроет множество грехов.